Всем доброе утрица! Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало! Сегодня 18 мая, скоро лето! Блин, скоро лето! А потом зима, вернее, сначала осень. Так, сегодня уже пятый день моим бровкам. Я сделала татуажик 5 дней назад, и сегодня я забыла и умылась утречком. Просто пошла такая в ванную, мою голову. Ну, только рассказала, как я могу помыть голову и не умываться, вернее, не мочить себе лицо. Я вообще забыла про брови, вообще без задней мысли. Такая, беру и начинаю умываться. Потом такая, ой, бегом вытерлась, в общем. Ну, главное, чтобы они не размокали, вот так мне сказали. Все хорошо, никаких корочек пока еще. Нет. Нет же, нет, ничего нет. Я надеюсь, что они у меня легенько заживут и вообще все будет зашибись. Солнышко вышло за окном, у нас тепло, у нас хорошая погода. Артем уехал на рыбалку в 3 утра. Я не знаю, как он это делает. Так, а вы меня просили рассказать про витамины, которые я пью, и я вам сейчас расскажу. Вон, они у меня там все стоят, и поехали. Та-дам! Так, значит, смотрите, вот это сера. Это я пью для волос и думаю, что помогает. Продается это в ветаптеке. Как рассказывают знающие люди, раньше это продавалось и в обычных аптеках, но потом, в общем, злые силы решили, что это слишком полезный продукт для людей и убрали его из аптек. Поэтому теперь, кто хочет себе пополнить запасы серы в организме, покупают это в ветаптеке или же покупают в виде БАДов в разных сетевых компаниях. Но оно стоит намного дороже вот в этих капсулах, а вот это стоит вообще копейки, копейки. Брать на кончике ножа, то есть я просто краешек ложки макаю, чтобы оно просто запылилось, как бы эта ложечка, и под язычок. Артему тоже даю и сама пью каждый день. Подозреваю, что именно благодаря этой штуке у меня начали расти новые волосы. Кто на моем канале давно, кстати, подписывайтесь на канал. Вдруг, если не подписаны, тот знает, что я занимаюсь, в общем, давно лечением своих волос. Их все становилось меньше и меньше, но сейчас у меня очень активно начал расти ежик. Он уже, в принципе, не ежик, а длинный. Они уже начали ложиться сюда, опускаться. А раньше я такая, как ходила, как панк с такими штуками. Прям по всей голове начали расти. Я, конечно, сопоставила, это где-то 2-3 месяца я пила каждый день вот эту штуку, и у меня эффект появился. Так, дальше. Вот это Дим Плюс, это экстракт брокколи и цветной капусты. Очень-очень-очень мега полезно, в общем, надо принимать. Себе даю и Артему даю. Так, дальше. Рыбий жир, но какая-то тут супер-мега формула. Масло криля. Масло криля. То есть оно лучше еще усваивается и так далее. Это я все заказывала. Как он называется, этот сайт? Забыла. Все на нем вот эти витамины все заказывают на этом сайте. Забыла, как называется. Витамин D сдавала анализы, и анализ дала на витамин D, у меня его не хватает, и я решила тоже попринимать витаминчик D. Принимаю. Так, это куркумин. Куркумин это куркума, тоже формула какая-то там адаптированная для лучшего усвоения. Вот от компании Salgar я принимаю, и витамин D у меня Salgar, и куркумин тоже Salgar. И еще принимаю тоже от Salgar лецитин. Забываю, если честно, его принимать. Это такая огромная капсула, и ее так тяжело всегда проглотить. Поэтому, сегодня, кстати, я не принимала. Поэтому я ее так раскусываю и... выдавливаю. Там такой, как гель. Его можно так делать. То есть не обязательно глотать капсулу, можно этот гель просто высасывать. Вот, в общем-то, и все. Мое богатство. Не скажу, что я это принимаю каждый день. Я забываю. Я забываю. Но я стараюсь.
Иногда что-то приму, что-то забуду, что-то принимаю утром, что-то принимаю в обед или вечером. Бывают дни, что вообще ничего не принимаю. А, еще у меня был от Салгар витамин С, но закончился, выпила уже. Надо купить. Желаю всем здоровья, хорошего настроения. Выравнивайте спинку, не сутультесь, попейте водички и подписывайтесь на мой канал. А я сейчас съем вот эту шоколадку, это мне где-то дали, не помню, какой это был бонус. И пойду краситься. Сейчас краситься стало намного быстрее, потому что не нужно красить брови. Это очень удобно. Так, забыла. А, ладно. Обойдусь без пудры. Пудру обычно наношу на вот эту часть века. Так, сейчас хочу записать видео. Вы мне начали задавать вопросы в F3, да, называется? Да, F3. И я хочу записать ответики на вопросы, потому подкрашусь. Вот, кто еще не знает, что такое F3, у меня ссылочка в Instagram, в профиле, в шапочке есть ссылочка на этот F3, где можно задать анонимный вопросик. Вот, так, немножечко тени добавим вот сюда. Это у меня Color Me палетка. Кстати, уже вот-вот выйдет наконец-то мой курс по Ютубу. Остались последние шажочки, уже все подключили, сайтик нарисовали. Делают правочки кое-какие, которые я там нашла. Вот, курс загрузили, все, уже скоро наконец-то он будет доступен. Я выпущу видео, которое я записывала еще 6 марта, представляете, я записала видео о том, как я раскрутила свой канал, ну вообще... Что за звук? Вы слышите? Думала, это холодильник. Но это, походу, не холодильник. Странно. Я сбилась, я что там рассказывала, как легко меня сбить. А, 6 марта я записывала видео о том, как вообще я раскручивала свой канал, с чего началось, почему я стала блогером, вот это все. И думала, что буквально там уже через какое-то время, там, через неделю выложу это видео, под ним будет ссылка на мой курс, и все запустится. Но уже 18 мая. О, наверное, кто-то что-то включил, а теперь выключил. И до сих пор еще я никак не запущусь, представляете? Вот так это все непросто оказалось. Если бы я знала, что так будет, столько времени это займет, и напряги такие будут, я бы, наверное, еще долго не решилась заниматься этим. Вот так вот чуть-чуть подкрасила тень, видите, немножко ресницы. А брови уже готовы. На самом деле очень много времени занимало у меня сделать бровки. Конечно, интересно, какими они будут после того, как сойдет вот эта вот часть цвета, потому что сказали, что они не будут, ну, будут намного бледнее, чем сейчас. Вот. Ну, посмотрим. Я протираю 3 раза в день хлоргексидином, как и сказала мне Настя, бровист. Вот, но не 3 раза в день, но 2 раза протираю. Утром, вечером точно, в обед забываю протирать. Все, я накрасила. Это было так быстро. Буду сейчас читать ваши вопросы. Вот тут уже много так вопросов, смотрите. А я только что записала видео «Ответы на анонимные вопросы».
были разные и каверзные вопросы, и достаточно интересные, жизненные. Но это видео я залью в свой паблик ВКонтакте, паблик В. Виктория. Поэтому, кому интересно, кто хочет посмотреть этот видос, переходите по ссылке под видео, паблик ВКонтакте В. Виктория, и вы сможете увидеть этот видос, дабы не раздражать основную публику на моем канале. Я, может, даже оставлю список вопросов, на которые я ответила в описании к этому видео. Поэтому, да, так будет правильно, я думаю. Смотрите, помните, я вам говорила, у меня гнездо напротив окна. Вон оно. И там маленькие галчата. И вот эта их мамочка, она их там кормит, за ними ухаживает. О, нет, это, наверное, уже... Это галчата уже так выросли. Ой-ой-ой-ой, смотрите. Точно, блин, как они не падают там. Смотрите, как дерево-то шатается на ветру. Боже, боже. Это маленькие галчата. Ого. Скоро они будут летать. Или это родители, что-то я не въеду. Вот это точно на первом плане малыш. У него еще такие перья странные, как пушок. Точно. Смотрите на эту морду смешную. Вот там вот в середине дерева это гнездо. Доброе утро. Доброе утро. Как вы? Хорошо, а вы? Мы потихоньку, еду домой. Наловил рыбы? Да-да, трохи наловил. А кого наловил? Карасей. Ой. Надоели караси. Судаков хочу. Судаков хочешь? Да. Не, ну я там чуть родителям дам, чуть возьмем на жарёвку. Я хочу жареного карасика. Ну, немножко только так, чтобы за раз и съесть. Хорошо. Хорошо. Все, жду тебя. Давай. Давай. Доброе утро. 6 часов вечера. Доброе утро. Ой, так, надо пойти помыть посуду и жрать приготовить, а то я сегодня еще ничего не готовила. Я доела суп, который был, вот, Артема целый день нет, и я себе расслабилась. Но я занималась курсом и записью видео, в общем, я была занята, я тут не балдела, лежала на диване, нет-нет, я занималась. Люблю свой аквариум, смотрите, какой он красивый. О, кто это у нас пришел тут? Рыбак без рыбы. Сейчас поеду заберу. Где ты забыл? У родителей. А может, не надо? Не хочешь? Не. Ну ладно. Класс. Включи свет. По ошибке. Кто ее придумал? Артем сегодня ловил рыбу в моей кепке. Я видела сторис в Инстаграм. Ржала так. Он ее завязал вот тут. Вот так. Вот тут такие завязочки есть. Привет. Устал? Да. Спать хочешь? В душ хочу, есть хочу. Есть что есть? Нет, ничего есть? Я пошла на кухню. И не могла сегодня себя заставить. Вот это все прервало. Я надеялась, ты приедешь, как всегда, поздно. А ты приехал рано. Все. Пошла исполнять свой женский долг, или как там. Я уже все тут помыла, вот уже начистила картошечки. Артемочка пошел в душ, а вы попейте воды, и я попью. Кстати, смотрите, какое уже деревце выросло из кокулечки. Оно все время закрывается на вечер, а утром раскрываются листочки. Кокулечка — это такая, я называю косточку из какого-то непонятного корнеплода или чего-то, который мы съели. Вот я посадила косточку.
А это, кстати, настоящий ананас. Я с настоящего ананаса срезала верхушку, поставила в воду, упустил корни, я посадила, и вот уже у меня 5 или 6, наверное, растет. Послезавтра мы все дружно, я, моя мама и Маша, идем на прием к гинекологу. Наверное, будем снимать влоги все. Вот. Базовый такой поход к врачу, который нужно делать раз в 3 месяца. А мы, наверное, делаем раз в год. Надо чаще. К гинекологу. Блин, такое рассказывать не надо. Как это не надо? Не надо, потому что нужно обследоваться и девочкам, и женщинам. Нужно. Да нет, обследоваться нужно, просто обследовалась и сказала, что все хорошо. Ну, я ж не собираюсь сам процесс снимать, ну просто я говорю и мотивирую тем самым следить за своим здоровьем. Ты же снимаешь? Ну да. А, ты думал, я с тобой разговаривала вот это так долго? Да? Да. Прикиньте, Артем думал, я это все ему рассказываю. А завтра я встречаюсь с подружкой, которую уже очень давно не видела. Она сегодня мне позвонила по одному делу. И оказывается, она до сих пор думала, что я до сих пор живу в Киеве. А я уже почти год живу в Черкасах. Она такая, ты что, серьезно ты? Она из Черкас. Ты в Черкасах? И мы договорились завтра встретиться. Наташа ее зовут. Ты не видела ножничек? Ножнички у тебя не в твоем этом. Не другие были. Такие поломанные. Да, у меня были такие другие, не эти. Алло. Пошла искать ножнички. Какая красота. Это, кстати, я посыпала приправой сверху для картошки. Вот там мне стоит рядом с солькой приправка. Лучок. Сейчас перемешаем. И у меня будет еще одно блюдо из картошки. Но это будет уже рагу в котелке, в казанке. Это хорошая приправа по составу. Там куркума, какие-то травки еще. Ну, то есть такая безобидная. Но она придает красивый цвет картошке и запах, и вкус. Так, объясню, наверное. Это я делаю 2 блюда из картошки, потому что я слишком много начистила картошки. Я просто хотела пожарить, но почистила слишком много. И в сковородку просто, оно поместится, но она будет, знаете, такая незажаренная. А не понять, что будет, каша. Вот. А я люблю, если жареная картошка, чтобы она была такая вот обжаренная, тверденькая. Поэтому сейчас по-быстрому пожарю. Чтобы Артема накормить, он уже покупался. А это будет на следующий прием пищи. Это так на раз покушать. Ну, может, на 1,5 раза. Так, там у меня морковка, лук. И сейчас я высыплю сверху картошку. Посолю, залью немножечко томатным таким как бы соусом. Краснодарский соус, ну, либо кетчуп. Вернее, эту томатную пасту можно брать. Сейчас я сюда долью водички. Посолю, сделаю такой как бы жидкий соус и залью кастрюльку. Сверху я картошку посолила тоже. Все, накрываем крышку, крышкой ставим. Иду. Да-да. Фотку тебе показать просто хочу. А, показывай. Все готово. Серьезно? Да. Зову тебя кушать. Артем, кушать! Это салатик, колбаса, сыр. Вот салат называется Цезарь. Нет. Нет? Разве Цезарь? Цезарь это с сыром таким вот этим твердым, пармезаном, по-моему. Или сухариками. Ну, в общем, не разбираюсь я в салатах. Короче, огурец, помидор, фета и укроп. Вообще там лук должен быть. Я лук забыла туда положить. Ничего страшного. Переживем. Вот такая получилась картошечка, по-моему, очень красивая. Мне кажется, должна быть вкусная. Да. Только горячая. Студы дурачи, сказала моя бабушка. А есть сметана? Вкусненько. Есть. А, угу. Там?
Фонарь? Наверное, да. Сумки, наверное. Короче, я давала Артему с собой на работу сметану. А я тебе сегодня давала ее? Вчера. Вчера? Никуда ее не выложила. Сейчас проверим. Тепленькая. Ну, встретимся через неделю. Как? Нормально. Когда выйдет видео, кто умнее? Когда я соберусь с мыслями и смонтирую его. Ты не делай пока рекламу. Я не делаю, я просто спрашиваю. Может, я скажу, кто победил и все? Нет, так неинтересно. И вот на такой позитивной нотке я заканчиваю сегодняшний влог. Артем уснул, а я сейчас буду монтировать видео. Отвечаю на анонимные вопросы. У меня получилось два видео с адекватными вопросами и с неадекватными вопросами. С адекватными я выложу на Ютубе, а с неадекватными в паблике ВКонтакте. Ссылка под видео. Кто хочет неадекватные вопросы, пожалуйста, приглашаю в гости ВКонтакт. А на этом все. Буду ложиться спать. Артем храпит. Там телек еще работает. Он смотрел фильм и уснул. Все, всем пока. Спасибо, что смотрите. И пишите комментарии. Подписывайся на канал Виктория. Вот так надо сказать. Фу, ну давай. Нет, не да, надо. Давай. Приготовились. И подписывайся на канал В. Виктория.